Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова я, The Game, и со мной сегодня Павел. Тиграна сегодня нет, так как он не пришел. Вот. Мы решили прийти сюда снова, потому что у нас хоть и набралось 50 лайков, но мы решили пытать свою удачу и сходить вглубь туда. Вот. И еще заснять много-много интересного здесь, то, что мы не засняли в первых сериях. Так что удачного просмотра. Все, ребята, мы, короче, погнали. Да я... Вырубай фонарик. Ты снимаешь меня? Да. Ебать, как охуенно все, да. От моего? От моего. Окей, сейчас на своем включу. Сейчас вообще тебе будет вообще будет. Вот так пойдем, может. Подожди. Там нихуя там все, блядь. Ничего. Сейчас там свет нет в конце. Закрой ебало свое. Подожди, не спеши. Говорю, подожди меня. О, это что, лифт у нас? Сейчас лифт? Не знаю. Да, это лифт. О, он застрял тут. Да, это лифт. Блять, пакет шевелится, сука. Ёбаный хвостик. Я поэтому говорю, подожди, иди вместе со мной. Там моя тень была, я испугался. Ты ебанутый, блядь, я тебе сейчас... Там моя тень была, я такой, уйди нахуй. Там точно никого нет? Ну вот, я смотри, твоя тень была. Да, моя вроде, сейчас слепо. Стой. Да, вроде моя, а вроде твоя. Ладно, пофиг, сожрут нас, сожрут, хотя. Тихо, блядь. Не, уже руки замерзли. Если что, сразу подойдем, пока мне один пластик. Так, наши там будут. Твоя и твоя. Тихо, блядь. Еще тихо, страшно? Страшно, нет? О, там дырка. Светить, блин, ничего нет вообще. Там надо позвонить. Ребят, тут как бы... Чего? Они вот нормально. Просто ты такой длинный тоннель, не внушать недоверие. Ну пойдем. Нет, отсюда. А, отсюда? Ну да. А что пошли? Вы там нормально прошли. Это должно быть проходить. У меня руки замерзли. Нормально, подожди, там, иди там, вместе. Пошли по тоннелю что-то. Блять, да что ты? А, ты знаешь, что мы еще те... Секунду, да подожди, куда ты летишь? Я боюсь. Че, куда летит? Мы уже все показывали. Уже все цена. Ребят, ничего страшного здесь вообще нет. Ах, только руки заледенели, мне нужно будет перчатки сейчас одеть. А то вообще. Бать. Руку дать, не? Не. Камера еле моргает, думаю, не замерзнет она сейчас. Фух. Ну, с того прихода тут ничего не изменилось, а мы сейчас попробуем добраться до другого места, более интересного, так что увидимся. Так, ребята, вот наше любимое с вашей место. Погнали искать лестницу на второй этаж. Там ее не было, пах, нам надо туда вон идти.
И нужно достать телефон за рукой. Включить на нем фонарик. Че? Есть лестница? Паха, ты в перчатках или нет? Не наступить. Слышь, да включи телефон мне. Слайдни. Куда? Сюда? Вверх слайдни, просто вот так. И вот слайдни отсюда, еще раз. И нажми на фонарик. Конечно, в перчатках неудобно, конечно, но не холодно. Ты помнишь, что-то разве лестницу? А? Что? А, я вроде вспоминаю. А вроде нет. Там лестница. Чего? Чувствую, нам сейчас дадут пизды. Меня погоди. Тут не нужен фонарик, Паш, слайдни. Выруби. Все, все, все. Второй этаж. Тоже лестница, да? Ага. Пах, не спеши. Идем снимаемся. Что это такое? А мы, когда с лестницы поднялись, там же еще одна наверх была, чем мы сюда пришли. Поснимать? Ага. Пойдем к окну подойдем. Просто второго этажа. Чуточку снять. Почему нет? Пойдем дальше. А что дальше-то? Лестница только там, не? Фонарик только не трать, который хоть не работает, блядь. Ага. Это как раз, который мы прошли. Под землей, который мы прошли. А нет? Мне кажется, это та. Блять. Красота. Ага, нахуй надо. Не, ребят. Пока не думаю. Может, сейчас пройдем? Когда будем спускаться уже. О,
Почему мы до этого сюда не забрались? Хорошо, а ты уж тут был. Ты на сам верх, что ли, залезал? Ну так. На крышу. Ну, нет, на крышу нет. Похуй, ща мы, братья. А что тут снимать? Тут что же самое. Пойдем опять попробуем дальше. Раз наверх? Да. Попробуем. Какая разница? Эти. Говорили, что здесь есть крыша. Ой, блин. Попробуем сейчас посмотреть. Тише, пассатижи, тише. Ты хочешь уйти уже отсюда? Нет, я не хочу уйти. Ну а что тогда? Смысл тогда просто. Сейчас там попробуем посмотрим. Вот лифт. У меня даже в перчатках палец заледенел. Нихуя себе, тихо. Что за пол? Там крыша едет. Да? Весь снегом покрашу. Я себе, ребята. Ебать, они, конечно, проебали момент. Там ничего нет? Нет, ну просто дырки стоит. Ну чё? Я здесь не был, смотри. Вон там. Пацаны. Да, не сыфтус. Паха, это хуйня? Можешь не выдержать, понимаешь? Ой, мы полетим вниз. Я могу кинуть фонарик проверить. Тут ее нельзя проверить. Из чего хоть сделано? Резин какая-то. Ну, смотри, видишь, его. Вот это ты сейчас прыгаешь. Вот, голубь даже прошел нормально. Голубь, блядь, сколько он весит? Ладно, да. Я знаешь, куда вообще с ведьком хотел? Вон на ту башню, видишь? Вон на ту башню, видишь? Вон на ту башню. Я хотел туда залезть. Нахуй нам дальше-то идти? А дырки нет? Не. О, смотри, какое хорошее слово. Да. Да, умри. За нами уже выходя. Психохитрия. Как мы спускаться будем? Лестница такая не будет. Да, а я, блядь, с одной рукой. Я тут. Хоть бы камер не ёбнулась. Вот бы мы не ёбнулись, Егор, камера за это ладно. Погоди. Через две не рискну. Через одно прыгай. Так. Все, погнали вниз. Через этих. Да. В принципе, да. Я же запотел, малёха. Вся улица попалится. Так, ребят. Красиво-красиво, но пора уже уйти отсюда. Пойти посмотреть, что там случилось с нашей водонапоркой, в которую мы залезали. Паша говорит, там лестницу убрали. И, ребят, понимаете прикол? Пришли первый раз, все стояло. Пришли второй раз. Пластмассовую херню, да, наложили на лестницу, чтобы мы не лезли, скорее всего. Ну, а я не думаю, кто еще после нас начал туда лезть. Блять, это вообще не доверяет, не доверие никакого, вообще нихуя не держится.
Почему, блядь, она держится? Пойдем там спустимся. Ой, блядь. Подожди. В самый низ пойдем. На выход. Я не смотрел особо историю. Я там что-то за ним проходил, видел на здании, было из кирпичей белых написано 60-й год, 59-й год будет. Куда туда? Нет! А что? Еще? А нам все равно туда идти, это ж не последний этаж. Только не туда, Паш. А это из деревяшек, кто по деревяшку пускай пойти? Ты не знаешь, что? Нахуй. Ты его раскрываешь? Да. Мы сюда поднялись по той лестнице, которая слева сама. Все лестницы не так, что... Пойдем туда все. Еще в середине какая-то одна появилась, я не знал. И вон еще лестница была в середине на том этаже. Когда мы на крышу поднялись, я не знал. Клей. Энергию-то выруби, зачем я тебе пока нужен? Слышишь? Все, мой фиг. Надеюсь, что я снимаю. Вонище. Больше ничего. Нахуй мы сюда пришли. Ну так. Подожди. Так, ребята, давайте на выход. Кухня? Ага. Ебать, реально кухня. Пойдем отсюда, нахуй. Пойдем. А что, может, на чаёк останемся? Ага. Ты с радостью можешь остаться. Они тебя примут к себе. Пригласят, я останусь. Блять, они где-то здесь, понимаешь? Да они там, нам надо тогда сзади выйти. Мы шли вот здесь, нам надо как-то отсюда спуститься. Тихо, тут окно, которое палит. Знаешь, люди прямо рядом с окном стоят. Я обосрутся, блядь. Как вы сюда, блядь, вам фуга? Не знаю. Блядь, да стой, ничего не видно. Махай. Да, мы здесь проходили. Ебать, блядь. Стой! Я же ничего под ногами не вижу. Нам налево надо, вон выход. Ну вон дыра там, блять. Пойдем прямо туда. Зачем туда? Там тоже дырка, там мы прямо к выходу будем. А мы будем обходить. Блять. Ребят, чтобы вы знали, вообще ничего не видно. Зачем? Я иду сейчас, конечно, вообще на свете. Блять, камни. Дырка, я думал, дырка. Фу, сука, блять, ты чё? Ебанулся, что ли? Ну нахуй это здание, ребята. Ну все, здесь просмотрели. Я думаю, это будет наша последняя серия. По этому зданию? Это здание начинают строить. Поэтому... Нет, пах, там балки затащили. Укреплять, походу. Мне кажется, они как обосрались. Они заносят, а тут крики, блядь. Тут все пытаются выбежать, нахуй. Мы испугали их, они испугали нас. Фу, блядь. Надо передохнуть. Малёха. Бля, как я надеюсь, что камера снимала. А то придётся всё заново записывать. Ебать.
Я думаю, ребят, это достойно лайка. Так что... Фиолетовым. Ладно, надеюсь, все нормально. Все, ребят, мы пойдем к другому месту. Увидимся. Так, ребят, мы решили зайти сюда, посмотреть, что здесь. Паша говорит, что здесь пропала лестница. Сломали ее, что? Да. Там по двери можно. Знаете, ребят, там был момент в прошлой серии, я его даже сейчас вставлю, когда, если я сохранил файлы, когда мы проходили здесь, я развернулся и ушел. Здесь стрел мужик. Мы не решились туда пойти, я не решился это вставить. Но сейчас я решил рассказать. Мешать ему, не мешали. Да, ну зачем мешать человеку? Решил человек сходить в туалет. Рабочий цех. Разрушенное здание. Круто. А вот, ребята, и вы здесь, короче, этот вход вообще жестко сломали. Товары скидывают сюда хуйню всякую. Вот там дверь, можно по двери залезть, туда вот. Не, нахуй туда лезть. Посмотри, туда можно подняться. Не, лезть не надо. Если паркурить только. Но паркурщик. Хочу, да, мне, блядь, камера сейчас паркурить, а заебись. Нет, бы, если бы еще было лето, я бы в шортанах туда залез, ты мне камеру было закинул. Было бы лето, да. Это одно. Ты мне камеру закинул, поймал. Ну все, ладно. А внутри, думаешь, где-нибудь еще нет лестницы? Думаешь, только одна? Мы заходили, вроде не было. Тоже люди ходят. Либо это ваши шаги здесь. Кто-то боссался, блядь. Сам сказал, мне еще мать нравится. А, нет, как горел. Нормально. Чего ты слышишь? Сейчас вместе обоссаемся. Дыра. Там мужик. А мы пройдем здесь? Мужик закрыл дверь просто. Туда не охота лезть, ребят. Там ничего интересного нет. Там были. Вот. Кажется. Трактор спиздил. Да, надо. Пойдем? Можно там пройти, можно там пройти, сейчас. Там, по-моему, нельзя пройти. В тракторе есть кто-то, нет? Пойдем посмотрим. Нет, вроде там тоже можно. Нам надо. Нет, пах, нам надо дальше идти, слышь. Не там эта хрень. Она же не там, там пруд. Мы сейчас в пруд упремся. Трактор, блядь, стоит. Не, ребят, мы не настолько отважны, чтобы спиздить трактор. Это не трактор, но похуй. Экскаватор. Да. Трактор. Вот, про это ты говорил, 69-й год. Да. Здание 69-го. То старее, мне кажется, здание, чем это. Хотя... Нормально. Нормалек. Мы хотели с другом спуститься вот туда, вот с Витьком, короче, да? Вот. А где наши? Мы, по-моему, прошли ее. Нет, она вон. А, да. Мы хоть только что здесь спуститься на этот плот, но он привязан. А-а-а. И весла у нас не было, чтобы потом грести на обратно к берегу. Я понял. А то на середине еще застряли. Ладно, ребят, сейчас мы попадем туда, и я начну снимать. Не буду снимать дорогу. Так, так ребята, вот мы здесь. Че, ну что смотрит? Нет, я просто я жду. Ты смотришь? Я жду стоилки. Я вижу лестницу, но я там еще не был, Паша уже смотрел, что лестницы нет. Посмотрим. Сейчас свои, блядь, соорудим. И залезем. Опа. Это здание. 66-й год еще. Ага. Блядь, я здесь кто ходил. А, да. Блин, на камеру не капни. Блядь. Лапидоры, а. Нахуй нам тогда еще раз забираться? Я просто хотел показать, что тут случилось. Ну и это как ее называют? Вот на крышах как фильм называется? О, пласты эти. Я забыл, как называется, вот, уже падают. Черепица. Вот. Yeah. Пальцы, видишь, он считается от этого уже. Ага.
Всем спасибо за просмотр, ребята. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ведь я очень долго монтировал это видео, оно получилось аж целых 20 с чем-то минут. Было очень много кадров, где был порыв ветра, где мы косячили по съемке. Так что всем удачи, всем пока.